посещаю различные мероприятия в сфере зоозащитной деятельности, а также участвую в них. И год назад я зарегистрировала проект «Зоозащита на добровольцы России». Сегодня мне позвонили и предложили принять участие в конкурсе. Снимаю много фотографий, видео, лекций. Я размещаю их в соцсетях, на моем канале YouTube, где вы можете видеть те мероприятия, которые я посетила, а также послушать лекции тех участников этих мероприятий. Информируя людей о происходящем событии, я полагаю, что можно изменить мир к лучшему. Поэтому я принимаю участие в конкурсе в разделе «Изображения», где я разместила альбомы из своей группы Facebook, мои мемуары. А также вы можете видеть все видео на моем канале YouTube. Спасибо.